Всем привет, The Brush 2020, и вот такой вот результат именно Ford 1930 года, сделанный в The Brush. Да, есть, конечно, много косяков, но принцип работает. Машину можно сделать в The Brush. И не так уж это все и долго. Если понимать принцип, вот все выглядит нормально. Если сейчас добавить еще каких-то деталей, заглянуть можно вот в салон, добавить какие-то потертости, добавить спидометр, газ, тормоз, можно двери открывать, все это дело работает. Колеса, так, по колесам, если подойти более-менее щепетильно, то нужно не вытягивать диск вот этот из торуса вот этого, а делать диск отдельно. И вот эти спицы желательно делать потолще. Хотя они на машине вот такие вот. Это уже более-менее поздний вариант. В первом варианте это были деревянные колеса с деревянными вот этими спицами. Потом уже пошли такие спицы. Потом были машины уже с диском полностью. Диск цельный. И камера на него покрышкой одевалась. Так, вот такой внешний вид. Можно, конечно, стекла еще вставить, как-то тут ручки добавить, какие-то детали, ремни. Я вот здесь просто нарисовал с текстуры именно с программы, ну, с игры взял. Где-то что-то можно еще, конечно, подгладить, сделать более-менее четко. Но опять же, надо делать машину, вот эту машину, как я делал танк, не уменьшая. Делать большую именно модель, тогда Dynamesh более-менее четко все вычитается, нету изломов, нету, как, не коробит модель, а на мелких, вот когда мелкую машину вы делаете, и делаете Dynamesh, там сетка более-менее плоховатая, капризная, лучше пусть она будет плотная, да, пусть машина дойдет, пускай до 3 миллионов полигонов, но потом все это будет, когда уменьшаться, будет качество нормальное. Ну, вот такой внешний вид. Ну, как красить? Выбираете цвет, откуда брать цвет, сейчас вот объясню принцип, чтобы ролик слишком не затягивать, те ролики были очень длинные. Открываем текстуры, открываем импорт и скриншот делаете или в игре, какие-то ракурсы более-менее выбираете. В интернете, кстати, очень мало по этой игре хороших ракурсов. Ну вот, сейчас покажу. Так, первый ракурс, это вот он взят с игры. Подгружаем, выбираем вот эту картинку и жмем вот на этот значок. Вот такая вот есть картинка. Z отключаем. Можно вот передвигать, можно уменьшить. Можно сделать качество картинки вот четкое, прозрачное. И берете вот отсюда цвет. Нажимаете C, вы видите в углу, изменяется оттенок. Вот вы берете отсюда цвет. Также цвет можно взять с чемодана, вот с этого. Ну, картинка должна именно быть на объекте, то бишь на модели. Так, Z отключаем, жмем C. Вот такие вот цвета. Как наносится все это, да? Z делаем прозрачно. Подводим, допустим, крыши. Теперь прибавляем. Так, вот эта вот прозрачность. Жмем Z, убираем глаз. И рисуем, выключив зад. И переключившись на кисть стандарт. Рисуем где-то вот на крыше какой-то пятак. Shift Z отключаем. Вы видите, что вот уже блеск есть. Вот теперь его можем выбрать C.
поставить можно интенсивность поменьше и вот потихоньку где-то вот так вот притенять, прикрашивать вот так. Вот уже получается цвет вот такой вот с блеском. Так, ну этот цвет тоже понятно, Shift Z. Выбираем ракурс, где вот этот цвет машины, тоже прислоняем, обводим. А вот этот вот в шашечке можно сделать скриншот. Это нажимаете, если он у вас установлен, и вот так все это дело шашечки снимаем, сохраняем на рабочий стол. Теперь Shift. Нажимаем Shift Z, убираем, находим текстуру и находим импорт. И вот эти шашечки подгружаем. Находим, где они находятся. Вот они у меня. Теперь опять заходим в текстуры. Подключаем эти шашки. Вот эту картинку можно уменьшить, чтобы не мешалось, увести, допустим, в этот бок или вниз. И вот у нас шашки. Выбираем их размер, подставляем их, так, уменьшаем, подставляем их, допустим, к машине, прибавляем интенсивность, Z, убираем глаз, уменьшаем Draw Size и просто по корпусу вот так вот красим. Теперь Shift Z, вы видите, что шашечки нарисованы. Вот такая штука. Ctrl-Z. Дело обстоит, конечно, сложнее с надписью «такси». Я ее в интернете не нашел качественную, и пришлось лазить именно в картинках и искать ее как-то в игре. Нашел только вот такую картинку. Сейчас я вам покажу. Вот, где у бара Сальери выходит... Сэм, по-моему, его зовут. Вот так, вот такая штука. Ну, вы видите, что такси здесь развернуто, дверь. И как это все делаем, сделать? Уменьшаем прозрачность. Вот так вот. И подставляем, допустим, к машине. Если мы подставим вот так, то будет криво. То Z отключаем и приходится вертеть как-то машину, чтобы подгадать именно вот этот угол наклона. Ну вот если вы его подгадали, Alt, левая кнопка мыши, вот так, выбираете Z, прибавляете качество картинки, Z отключаете, опять же ставите Draw Size побольше и уже наносите на дверь. Хорошо так прорисовываете. Вот можно интенсивность прибавить, чтобы это все дело четкое было. Вот таким вот образом. Ну вот теперь написано такси, но все равно кривовато. Это надо подгадывать, ловить. Потом букву можно чуть-чуть прочистить, подрисовать. Тоже мороки, конечно, но все возможно. Так, что еще можно сделать? Так, возвращаемся. Где тут уже... Машина готовая. Ну, словом, вот такая штука. Сзади выглядит, если сделать ретопологию, уменьшить полигонаж, вот 477, если ниже опускать, то уже спицы в хлам разрываются. Блендер, если закинуть машину и уменьшить decimate, то тогда... Не будет вот этих шашечек с рисунками, там с надписью такси. Это придется уже наносить их именно в блендер. Тоже есть неудобство. Ну вот, в принципе, машина-то получилась. Вот такая машина. И неплохо себе так выглядит. Конечно, можно и покачественней. Ну, сидеть тоже с ней долго не захотелось. Немножко тоже поленился, не без этого. Ну, словом, вот такой результат, вот такая раскраска. Если кому-то интересно, как вот раскрашивать, я выложу ссылку под роликом
Там есть уже на канале много роликов по раскраске моделей, по развертке. Также вот сейчас вот уменьшить полигонаж, ретопологию может сделать, или просто как-то зеремешером вот здесь вот уменьшить, или дайномешем получится как-то, или колеса отдельно. Но это уже новые эксперименты, новые пробы. Занимает это тоже энное количество времени. Я это показывать, наверное, не буду. Уже показывал какие-то части. Все, всем пока, до свидания.